корпус ажилового комплекса сердца Одинцова поставлен на кадастровый учет. 216 дольщиков проблемного объекта наконец смогут оформить право собственности на квартиры. Застройщик «Стройтехинвест» просрочил сдачу объекта на 1,5 года. Министерство жилищной политики Подмосковья взяло ситуацию под свой контроль. Помогло застройщику привести в соответствие исходно-разрешительную документацию. В июне 2021 года корпус был введен в эксплуатацию.